Строительство Олимпийской деревни в Рио-де-Жанейро выполнено на 85%. По словам руководителя проекта, работы будут завершены в срок. Наш график рассчитан до 1 марта. Проект выполнен на 85% и будет завершен к этой дате. Жилой комплекс под названием Ильян-Пура, или Чистый остров, включает в себя 31 17-этажное здание. Строительство некоторых из них уже полностью завершено. Каждая квартира предназначена для того, чтобы принять не только обычных постояльцев, но и людей в инвалидных колясках. О зеленых технологиях во время проектирования деревни также не забыли. На крышах трех домов установят солнечные панели, которые обеспечат электроэнергией котельную Олимпийской деревни. Сточные воды будут проходить очистку, а затем использоваться для орошения зеленых насаждений. Наша цель и большая надежда в том, чтобы удивить 18 тысяч человек из 200 стран, которые приедут сюда в последнюю неделю июля 2016 года. Сюрприз — это Олимпийская деревня, какой никогда раньше не было. Экологически чистая, с чудесным видом на лагуну, на океан и на парк Педро Бранко. Помимо комфортных апартаментов и великолепного пейзажа, жители деревни будут ждать многочисленные кафе, велосипедные дорожки и места для отдыха. Строительство комплекса началось в ноябре 2010 года.